Всем привет, это был Кинотеатр Санкт-Петербург, я Александр Сенин, мы на крыше отеля «Три моста». Сегодня встречаем группу, которая называется «The Hawks». У нас лето, ветер и песня, по-моему, тоже предполагает быть ветреной, не правда ли? И летней, точно? Это очень ветреная и очень летняя песня, она называется «Сойки». «The Hawks», слушаем. Дожидайся меня, рассвет. Рассчитайтесь назад весна, словно нету за вами лет. Соки земли ройки выпивают соки, попадая в срок, в камни и песок. Группа The Hawks здесь нам был Кинотеатр Санкт-Петербург. И экстремальная акробатика на нашем балконе, должен сказать. И, знаете, слушал вашу песню, пытался представить себе сойку и землеройку. А получается, ну, в общем, милое ушастое существо у меня, по крайней мере. А, такое очень радио-френдли, я бы сказал. Ну, и вообще милое, такой ждун, ждунчик. Скажите, а как вы себе представляете вот соек и землероек? Вообще, я хотела сначала придумать песню про бобров, но так как в голове только сойки одни были, пришлось как-то их совмещать вместе. А, стоп, бобры же, они не роют землю. Бобры. Они грызут деревья, да. Дубы. Ну вот, значит, вообще получилось что-то иное. Ну, зоология — это вещь неисчерпаемая фактически, можно всю жизнь песни про всяких зверюшек писать. Нет у вас такой цели? Ну, мы задумаемся, обещаем задуматься крепко над вашим предложением. А сколько тем всего... более пробелы есть у нас в образовании, конечно. Окей, вот, да, да, хорошо. Скажите, а сколько всего песен в вашем багаже? 40. Сколько это альбомов? Пока один мы выпустили из 5 песен. Но он грядет второй альбом, вы можете найти его в нашей группе ВКонтакте. То есть еще 7 минимум впереди в ближайшее время? Да, ну не все войдут. Если я правильно считаю? Да. Хорошо. Как переводится название группы? Чуть не забыл. У нас было много вариантов, но побеждают пока ребята и девчонки.
Ребята и девчонки, вместе группа The Hawks, здесь на Белкани ТВ Санкт-Петербург. Большое спасибо Адели Три Моста за предоставленную площадку. Спасибо и увидимся. Пока-пока.